по просьбе многомиллионной наших подписчиков и дачников я показываю, как должны быть сделаны помидоры в парниках. Вот это эксперимент, как говорит хозяйка этого парника. Вот так вот. То есть помидоры стоят, спанборд уложен, сено расстелено, свиней не хватает. А тут Андрюха обещал привезти маленькие черри. Мы их здесь посадим. Кустовые. Вместо вот этих кустовые, да. Вот этих дохлых. Вместо двух дохлых, да? Угу. Ну да, средний дохлый, но вообще дохлый. Не знаю, сколько привезут. Может и не привезут. Но если привезут, пересадим. В общем, вот как-то вот так вот. Пользуйтесь.